Вулкан. Формула боя 3 раунда по 2 минуты. Отдыхает Анатолий Медведев. Он 99-го года, представляет город Умань. Тренируется в Уманской ДЮ США. Боксом занимается 1 год. Провел 18 поединков и в 13 одержал победу. Является призером чемпионата Черкасской области 2013 года. Тренируется под руководством Виктора Петриченко, который секундирует его в данном бою. Давай, не тряси меня.
добавляй. Сразу, туда. Браво. И. Отдыхает Владислав Максименко. Он 98-го года рождения, имеет первый юношеский разряд, представляет город Черкассы, КТЮ США, Вулкан. Боксом занимается 4 года, учет боев не ведет. Тренируется под руководством тренера Давида Агаханова, который секундирует его в данном поединке. Приготовиться к...